Мастер-классы, мастер-классы. Не каждый любит показывать, как он работает. Это интимный процесс. Есть люди, которые общаются, и общение им не мешает. На автопилоте работают, а есть люди, которым надо сосредоточиться, и чтобы никто им не мешал. Поэтому я привык работать до 4 ночи, когда все спят. Ну, ночами особенно. Работать лучше всего. Полная тишина. Тебе ничего не отсвечивает, ничего не мешает. Вот. Спокойно сидишь, работаешь. Но, правда, здоровье это не прибавляет. Так нельзя работать. Вот так. Так, тут приглушим чуть-чуть, чтобы они выделялись. Вот так вот. Туман у нас на улице вечерний. И рефлексики везде ночные. Так, ну и вот тут вот положим тень, чтобы сделать перспективу, чтобы отделить планы средний от переднего. Поскольку упор идет на передний план, то есть на средний план, то на первом детали не должно быть. Как-то надо выйти из этого дела, из этой проблемы. А выйти можно только приглушением переднего плана. Ну и осталось, наверное, самое важное — это дать детальки, небольшие детальки для переднего плана, трещинки. Вот так, так, так. Как-то поразмыслить тут. Вот, поразмыслить. И у нас получается уже перспектива за счет деталей. Асфальт разломанный. Смотрится намного лучше, чем ровный. Это когда дом пишут абсолютно новый, он в принципе не очень интересный. А вот дом старый, с трещинками, с отколупленной краской, он смотрится лучше, потому что там больше деталей. Там видна старина. Рабочий процесс, творческий процесс, на мой взгляд, должен быть без свидетелей. Тогда у тебя есть возможность сосредоточиться. А когда ты не отвлекаешься, ты сделаешь работу намного лучше, потому что ты лучше в нее вживаешься. Так вот.